самых оперативных, увлекательных, познавательных, интересных, а самое главное, актуальных и популярных новостей в сети. Певица Валерия, как и многие другие звезды, сейчас она отдыхает в теплых краях, да, у побережья морей и океанов, а именно в Объединенных Арабских Эмиратах. Ну, почему я говорю, как и остальные звезды, потому что, сука, они подкосили, извините за выражение, но накосили баблище нормально. И тут дело не в том, что я завидую, дело в том, что как бы нужно себе чуть отдавать отчет, что, в принципе, процентов 90-87 страны как бы живет, извините, в говенце, да, возможно, этого не осознавая, а в то же время такие певицы, как Валерия, то есть топовые певицы и певцы зарабатывают просто баснословные деньги на корпоративах именно за счет этих 10 адекватно живущих процентов. И потом еще и дразнятся, выставляя свои фотографии в Инстаграм. Опять же говорю, не считая ничьи деньги, но иногда это просто перебор. А вот, ну, в общем, отдыхает в Эмиратах, с сыном, я так подозреваю, ну и с мужем. Куда делся Пригожин на фотографии, непонятно, кстати, а фотографии сделаны там. А, вот, собственно говоря, и она. Естественно, что фолловерцы, так называемые, обратили внимание на отличную фигуру Валерии, ля-ля-то-поля. Рядом с ней Артемник, ну, я так понимаю, сын, наверное, или... Ну, не думаю, что кто-то из молодых людей занял место Пригожина. Ну, вот как-то так... Вот, запомните...